Наша кожа служит барьером, защищающий нас от окружающей среды. Поэтому важно помочь ей в этом процессе, особенно в осенне-зимний период, когда кожа становится более уязвимой и подвержена внешнему воздействию. Холодный воздух снижает температуру нашего тела, что влечет за собой сужение кровеносных сосудов. Этот процесс затрудняет кровообращение и приводит к снижению поступления кислорода и питательных веществ. Плотная одежда помогает сохранить тепло тела и предотвратить холодное воздействие на кожу. Она оберегает от переохлаждения и помогает людям поддерживать нормальную температуру тела. Но при этом ткани должны быть дышащими, чтобы кожа могла выделять излишки влаги, предотвращая обезвоживание. В настоящее время очень большую популярность приобретают вот такие очень мягкие, уютные, рыхлые ткани. Сегодня действительно их ассортимент очень широк. Это может быть и драп, это может быть всевозможные суконные какие-то ткани, тоже с разнообразной отделкой, да, по фактуре. Нынче очень модными, популярными, да, остаются ткани ворсовые, ткани вот с таким эффектом барашек, но в нашем понимании это вот тот эффект, который давал в свое время натуральный мех каракульча. То есть вот, скажем, да, подобие вот такой фактуры, оно нынче повторяется вот в этих зимних тканях. В зимних тканях я имею в виду для зимней одежды. И действительно сейчас ассортимент очень велик. Чаще всего для пошива теплой одежды используется полар-флис, шерсть, полиэстер и нейлон. Волокна полар-флиса создают небольшие воздушные карманы, которые помогают удерживать тепло и предотвращать проникновение. Поэтому вещи обретают отличную теплоизоляцию. Шерсть – еще одна ткань, которая хорошо защищает от холода. Она имеет отличную способность сохранять тепло и удерживать воздух внутри волокон. А ткани, такие как полиэстер и нейлон, часто использующиеся в спортивной одежде, обладают ветрозащитой и предотвращают ощущение влажности, сохраняя тепло. Уже в данном случае, да, воздухонепроницаемые, влагоотталкивающие, то это совершенно другая уже история. Это, ну, может быть, даже не такие уютные пальто, это более такая спортивная, спортивного вида одежда, спортивного стиля. Это всевозможные пуховики, комбинезоны, да, и так далее. Там всевозможные ткани мембранные используются, которые, да, задерживают, возможно, да, не пропускают влагу, все, что может быть, да, в виде мокрых осадков снега, да, и так далее. И, соответственно, тоже, да, действительно не пропускают ветер, влагу, да, поэтому я и назвала спортивным стилем, потому что они, ну, активно используются эти подобные ткани, скажем, да, ну, в том числе и в пошиве спортивной одежды. Термобелье можно также считать неотъемлемой частью зимнего гардероба. Оно обеспечивает защиту от холодного воздуха, сохраняя температуру тела и поддерживая комфортные условия в самые холодные дни. Чаще всего термобелье отшивается из трикотажных полотен и, как правило, используется либо кулированная гладь, либо полотна на основе футерного переплетения. Следуя принципу слоев, термобелье помогает создать барьер между кожей и холодным воздухом, что значительно уменьшает риск переохлаждения. При этом оно может быть использовано под любой одеждой, будь то куртка, свитер или пуховик, не создавая лишнего объема. И, как правило, все и кулирная гладь, скажем, да, и футерного переплетения полотна, они идут вот с этим микроначесом. То есть это как раз та опять ворсовая, скажем, да, поверхность, которая позволяет удерживать тепло, которая, в принципе, впитывает влагу, да, впитывает влагу, удерживает тепло, ну и, соответственно, не дает человеку ни потеть, ни мерзнуть. Удерживание тепла, защиты от ветра, а также обеспечение комфорта и свободного дыхания кожи – все это можно достичь, правильно выбрав теплую одежду. Поэтому важно учитывать не только внешние составляющие вещей, но и их качество и удобство в носке. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универ Новости.